раз мы подключились к этой акции. Во всех практически районах Вологодской области «Ночь сквозь» в тот или иной день пройдет. Так-то она проходит 2-3 числа. Но мы решили сделать пораньше. С 1 ноября мероприятия начинаются. Мероприятия на государственных учреждениях культуры. Это музеи, это библиотеки, это театры. И муниципальные наши коллеги тоже нас поддержали, чтобы сделать интересные, насыщенные мероприятия у себя в муниципальных районах. Ну, все основные мероприятия пройдут в 3 основных городах. Вологда, Череповец, Кириллов. Плюс будут мероприятия в Белозерске, в Тотьме. Мы подготовили для волокжан и гостей города обширную культурную программу. Она у нас начинается со 2 числа. Мы приглашаем в наши филиалы «Литература и искусство век 20» на программу, посвященную Валерию Гаврилину, и филиал «Вологодская ссылка» на творческий вечер поэзии вологодских ссыльных, Сталин, Соколовский, Савинков. Кому это интересно, думаю, что это такие нечастые у нас программы, которые бывают. 3 числа вообще очень большая программа. Во-первых, музей работает до 19 часов. Мы постарались, чтобы как можно больше вологжан пришли к нам в гости в этот день.